Харьков, 16 сентября 17 год, 20:08 по Киеву, и мама дорогая, 20 градусов, сентябрь на дворе, вообще просто красиво. Потому поснимать и решил. Но никак. Ну ладно. Памятник атаману Серко, с ним понятно. Там какой-то импровизированный концерт, пузата хата, Сумская площадь, Конституции. О, какой у нас красивый дом со шпилем. Дом, занимающий целый квартал. Танчик Mark V. Да, что-то я, по-моему, давненько не был при таком освещении на площади Конституции. Вон он, скрипач на крыше, едва отсвечивает. Да, а иду я в парк Стрелка. О, как красота. Господи, куда ни пойди, везде какие-нибудь мероприятия. Sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. Que el veneno es una buena. Да, 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 да. Иду я на фраза звучит закончена, но хотела сказать чуть о другом. Покровский собор, и там он виднеется. Благовещенский собор. А Покровский собор — самое древнее здание города Харькова. 1600, мама дорогая, 89 год постройки. И Успенский собор. Ладно, а шел я, возвращаясь к ненапечатанному, на Стрелку. Там нам сегодня обещают. Стрелка — это парк, а не 90-е. Не воспоминания о лихих 90-х. Парк Стрелка, слияние реки Лопань и Харькова, где будут запускать какие-то фонарики. Ну или раздавать, там уже как дело пойдет. Возвращаясь к лихим 90-м. 20:12, 16:09, 20:12. Это фильм такой. Плюс 20. Ну а я о чем и говорю. 20:12. 16.09. Ну вот, пожалуйста, 16 сентября. Плюс 20 градусов. В 20 часов 13 минут. Я в шлепках, майки, сетки. Ну, в общем, они обещают в понедельник плюс 31. Будем посмотреть.
Он красавец, Успенский собор. Ух ты, красота! Я что, я этого не видел? Я что, на работе, что ли, все время из-за этого? Ты посмотри, какая красотища. А, его ремонтировали, я вспомнил. Это просто эстетическое наслаждение тут можно. Вот это да! Мне надо это пофотографировать. Лады, останавливаем запись.